Хотела положить рядом телефон, чтобы показать размер, особенно длинношерстный. Маленький. Ты такой кроха, да? Кроха, которая любит вилять хвостом. И мальчик покрупнее, гладкошерстный, который любит от меня убегать. Но здесь яркая лампа у нас. Такая яркая лампа, они ее не очень любят, не очень жалуют. И для глазок ярко, и стол. Но для того, чтобы показать щенков, необходимое дело. У тебя твой хвост вилял без остановки, я тоже видела, не прячься. Лапочки, ой, лапочки. Дай лапочку, такую лапочку. Ну дай лапочку, ну чего ты спрятал лапочку?